32% населения Кыргызстана нуждаются в социальной поддержке. Сегодня в Бишкеке руководство Министерства труда и социального развития совместно с сотрудниками других ведомств, а также депутатами Жогорку Кенеши и представителями гражданского сектора обсуждали вопрос, как сделать так, чтобы получать пособие в нашей стране было проще. Минсоцразвития в качестве решения предлагают создание института общественного контроля. Они состоят из 11 активных граждан, представителей гражданского сообщества, которые контролируют за качеством предоставляемых социальных услуг и за адресностью выплаты социальных пособий. По данным Министерства социального развития, суммы, выделяемой из государственного бюджета на выплату пособий, хватает только на 41% малоимущих граждан. Поэтому средства и даются особо нуждающимся. На данный момент помощь получает 312 900 детей. Безусловно, есть очень много нуждающихся, которые считают себя бедными, но по нашим положениям, по нашим законам, мы не имеем возможности им назначать эти пособия. Жогорку Кенеши считает, что получить социальные пособия в Кыргызстане могут не все. Не только из-за нехватки средств в государственной казне, но и по причине сложности оформления необходимых документов. Иногда бывает крайне трудно собрать информацию о доходе конкретного человека. Так, например, у него может быть земельный участок в 5 гектаров или 10 гектаров. Но он утаивает эту информацию, в то время как за счет такого имущества может самостоятельно прокормить своих детей. Также в Жогорку Кенеши говорят о необходимости внесения поправок в действующий закон о социальных пособиях. В документе обозначается, что выплаты можно получать с фактического места проживания, но при исполнении этой нормы часто возникают проблемы. Мы заявляем, что с места фактического проживания, но там, например, это сработало только для матерей-одиночек. У них нет мужа, у них нет члена семьи, который должен доказывать свою трудоспособность. Да? Он должен идти в службу занятости и сказать справка о безработности. Но чтобы получить эту справку, нужна прописка. То есть получается в законе противоречие, да? Сейчас Министерство социального развития рассматривает возможность введения нового вида пособия. Оно предназначено для детей в возрасте до 16 месяцев, проживающих в семьях, где доход ниже 2723 сомов. На выплату пособия необходимо 650 миллионов сомов. Екатерина Токамбаева, Кенжебек Максатулу, «Пирамида».